Участниками летней эколого-экономической школы «Коворкинг», которая была организована в спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник», стали студенты экономического и биологического факультетов Елабужского института КФУ, а также учащиеся выпускных классов школ Елабуги. Совместный проект – это эколого-экономическая школа «Коворкинг», которая предполагала просветить экономистов в плане экологии, как можно правильно относиться к природе, экологически грамотно. С другой стороны, экологам необходимы знания экономики. То есть не все экологические проекты выдерживают испытания действительностью, потому что они экономически бывают неграмотными, убыточными. Мы хотим научить и наших студентов, и преподавателей правильно относиться к мусору, который формируется у нас в быту. Эта смена особенная. Программа школы была реализована благодаря сетевому взаимодействию между Елабужским институтом и республиканским образовательным проектом «Университет талантов». У нас здесь взаимодействует Елабужский институт КФУ, Университет талантов, биологический факультет нашего института, экономический факультет нашего института. Также мы взаимодействуем институт и школа, взаимодействуют наставники, взаимодействует национальный парк, взаимодействуют наши коллеги иностранные. Приезжал к нам представитель Франции. Мир с исчерпаемыми ресурсами требует инновационных проектов. И университет талантов заинтересован в том, чтобы ребята видели не просто потребительский момент в экономике, а могли привнести что-то в эту жизнь. В течение 5 дней была организована работа площадок тренинг-класс и эколого-экономической лаборатории, где занятия реализовывались в форме тренингов, игр, лабораторных практикумов. Мы получили возможность развить очень огромное количество навыков, которые нам пригодятся в жизни, как в настоящей, так и в дальнейшей. Тренинги развили такие способности человека, которые мы особо не замечаем. Это такие, как конкурентоспособность, коммуникабельность, обработка информации различные. За 6 дней смены в «Буревестнике» мы проходили много тренингов социально-личностных, которые позволили задуматься над некоторыми своими качествами, которые можно в будущем улучшить. Также нам преподавали очень интересные занятия, мы посещали экскурсии и получили очень много новых знаний. Под руководством педагогов школы студенты и школьники занимались поиском экономически целесообразного решения экологических проблем, проходили квесты, а также принимали участие в творческих конкурсах и играх. Динара Алмагамбетова, Денис Сипайлов, пресс-служба Елабужского института КФУ.